А где вы здесь видели нормального человека? Пусти. Не понял. Вера, Вера, подожди. Не трогай меня! Значит так. Ребенок, которого носит Света, твой. Но я тебе ничего не говорила. Коленька, где Савелий? Пожалуйста, мне нельзя отказывать. Коля, скажи, где он? Я умоляю, я ношу его ребенка. Коля, да прошу все нормально, тебя, Коля! Успокойся, все нормально. Его помяли немного, через месяц будет как огурчик. Я решил твои проблемы. Прощаются тебе грехи твои.